Sega представляет 20th Century Fox. Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа. Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Alien Isolation. Пришелец изоляция. Мы будем играть за Рипли? Или нет? Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе? Короче, она ищет свою маму, да? А ее мама та самая Рипли, я так понимаю. Из фильма «Чужой». Все? Проснулись, улыбнулись? Пожалуйста, войдите, скажем так. Ой, ой, о чем так медленно ходим? Та самая птица. Давай попробуем зарегаться. Вот эта карточка. Эй, Рипли, осмотреть Торренс. Цель обновлена. Я бы, может быть, чуть-чуть немножко... Убавил чувствительность мыши. Цель обновлена, одеться. А я не хочу. Хочу в трусиках бегать. Я бы в трусиках побегал. Давай сейчас быстренько. Чуть-чуть уменьшим чувствительность мышечки. Ну, одинаково пусть будет. Оп, да, блядь. Говорю, одинаково. Вот. Ну-ка. Ну вот, уже что-то около дела и поплавнее. Да, порой придется, наверное, как-то подергать мышкой, но... Нормально, сойдет. А что смотреть? Ну-ка. Вещество Б, шприц.
Взять предмет, взять все. А что за вещество Б? Ну ладно. Найди чертежи, чтобы делать устройство из компонентов. Это ящики? Охереть. Классно, то есть их надо вскрывать, получается, да? Хлам, сенсор. Ой, сенсор. Он, скорее всего, для крафта нужен, да? Так, ящики закрыты. Здесь. Ну-ка, используем. А, мы все прикрыли. Все. Нормально. Постель застелили за собой. А это что такое? Журналы? Луна стайл. Ладно. Ладно. То есть, и можно открыть, да, еще? А нахер надо открывать? Вот мне кажется, вот тут передатчик по центру, он может что-то показывать, нет? Да, ничего не может показывать. Ну ладно. Ну, пасхалочка понятная, ясная, вот это видно. Спасибо. Свет не помешает. А здесь что? А куда нам идти? Как? Ой. А, все, так неплохо. Неплохо, на тап открывается у нас карта. Что еще открывается? Архивные журналы. Журналы Нострома. Круть. Круть. Предвкушаю, что мы сегодня обостремся, конечно. Угу. Что-то у меня такое ощущение, что можно зернистость, да, сделать поменьше, а то как-то хрень какая-то. Угу, давай сюда. И зернистость пленки. Давай вот так вот. И я бы поле зрения сделал повыше. Хочу повыше поле зрения. Опа. Мы не борщинули? Нет? Ну не, хорошо вроде, да? Хорошо? Или чуть-чуть поменьше? Не, давай чуть поменьше. Поле зрения. Ну, полтос обычно, где-то обычное человеческое зрение. Ну, пусть будет 60, чуть пошире будет. Ага, ага, ага. Ну, как бы зернистость, если честно, вообще ни на что не повлияла. Как было что-то немножко угловатое, так и осталось. Ну ладно, давайте тогда зернистость я чуть-чуть добавлю. Ну, чтобы хоть какой-то был характер. Все, отлично, отлично. Меня устраивает все. Здесь, в терминалах, можно сохранять игру. Если рядом враг, терминал вас предупредит. А терминал какой? Вот этот? Давай. Угу. Загрузилась. Личная. Только что разминулись с тобой. Верлен, тебе ведь нужен был штурман. У меня тут друг... Чё? Остался без корабля. И он ищет работу. Я могу за него поручиться. С бумагами у него порядок. Все как обычно, корпорацию его выдавили, отобрали всех клиентов. Мелким компаниям все труднее разжиться контрактами. Я сам подумываю о том, чтобы выйти из бизнеса. Пока еще есть что продавать. А у тебя дела в городе в порядке. Я заходил в доки, мне сказали, что только отчалили станция Севастополь. Ну и дыра. Зато говорят, в Вейланд-Ютоне хорошо платит. Ну, удачи тебе, как говорится, раз бороться бесполезно. Поболтаем, когда вернешься, Блейн. Привет. ТМС, спасибо за первое сообщение. Сообщение. Да, сам с собой разговариваю. Спасибо. Ну, надеюсь, что они не понадобятся, памперсы. Но хотя хер его знает. Ладно, я еще потом беру после стрима. Все. Так. Все, больше нет никаких личных сообщений, что ли? Все. Получается, нет. Но это мы открыли. Пэтчдаун листать, да? А, ой, ничего себе. А могли бы как-то поинтереснее сделать. Ну ладно. Хорошо, посмотрели, почитали. Здесь что? Оп. Вот здесь мы можем сохраниться, да? Опять же, повторюсь, я не играл в Alien Isolation. Поэтому я в целом в курсе только по каким-то отрывкам. Что здесь будет? Это что было сейчас только что? Я хочу использовать. А, может, типа, выключить, включить? А нахера? Давай, делимся. Я бы, конечно, в трусах побегал. Но, что ж. А где ноги наши? Цель достигнута, одеться. Обожаю такие цели. Бля, а я мог... А это что? Это помыться, да, можно? Бля, ну ладно, в одежде помылись. Прекрасно. Все, отлично.
А это не работает, да, туалет? Это не задача. Не пописать, не покакать. Окей. Работает только ящик, который подсвечен зеленым, да? Ага, во, все, нашел. Хлам. Собираем хлам. Но мне кажется, пригодится этот хлам потом. Опа. Лутаем, лутаем. Для крафта пригодится. Крафт здесь точно есть, мы уже это поняли. Нам уже сообщили о том, что есть какие-то чертежи. Так, все, записали себе. Все, что горит зеленым, можно открывать. Ага. Ну-ка. Главное слушать, что происходит. Но сейчас, наверное, не должно быть ничего такого. Ну-ка, карту просто, блядь. Карта. Здесь шлюз. Поговорить с Тейлор Камбус. Поговорить с Амелом. А какие наши задачи? А, в принципе, эти задачи и написаны. Не так уж и много задач. Не так уж и много. Ладно, мы отсюда пришли. Давайте пойдем сюда. А, здесь у нас шлюз же, да? Да, шлюз. Тогда нет, тогда нет. А у нас есть какой-то путь? Ну, давайте тогда с Сэмюэлом сначала, потому что... отсюда дальше путь как раз идет по заданию. И этого будет достаточно. Меня немножко смущает. Встали пораньше, Сэмюэль. Ладно. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работал на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Да, скорее всего, проснулась. У нас же в капсулах никого не было. А так и должно быть везде темно, блядь, не? Могли бы хотя бы подсветить, я не знаю. Это ж некомфортно. Для глаз, как минимум. Ну-ка. Чё он делает? Нихуя себе! А что это за капсула такая? Может быть, нам потом по заданию нужно будет это сделать, нет? Кого-то вылечить, я не знаю. А он... Кто он вообще такой? Он пришел, нас позвал с собой, а... Как бы, я не знаю, он доктор, не доктор. Выглядит как медотсек какой-то. А могу еще поговорить с ним, нет? Нет, не могу, ну ладно. Так. Не, все, мне что-то показалось, что там ящик какой-то есть. А мы по привычке должны все лутать. В крафте пригодится. А можем подняться? Можем подняться, нет? Ну-ка. А, все, понятно, здесь прыгать нельзя. Ебать, это... А, что это значит? Видите, Ctrl? Это выглядывать можно. Прикольно, на С присаживаемся. Ну ладно, это интересно. Здесь уже механики какие-то есть, выглядывания из-за угла. Где мы? Ну, здесь были все тогда. В целом все, как мы и хотели. Это Тейлор, да? Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Токсично. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Да, видели уже и поговорили с ним. Он больше о тебе беспокоится. Экипажу явиться на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Блять, ладно. О, какой крутой бегемотик. Раскраски, журналы. Ладно, а здесь... О! Ну-ка, а музычка где? Нет, все.
Может быть, кассету какую-то можно вставить, нет? О, волк из «Ну погоди», да? Игра «Волки яйца». Угу. Здесь еще терминал. Чё ж так кишет? Это нос, ёбаный урод. Личное. Инцидент с Настрома. Кому? Энн Тейлор. Тема «Инцидент с Настрома». Вэлланд Ютани, файл номер... Тейлор, я получил твой запрос. Чтобы раскопать нужные файлы, потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю. В 2122 году грузовое судно Настрома, принадлежащее корпорации Вэлланд Ютани, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены, за исключением нового научного сотрудника. Все члены команды уже давно работали вместе. Всего на борту их было семеро. Даллас – капитан, Эш – научный сотрудник, Кейн или Каин – первый помощник, Рипли – лейтенант Рипли, Ламберт – штурман, Паркер – главный инженер, Брэд – инженер-техник. Вэлланд Ютани потеряли на этом кучу денег. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой. Я так понял, они не любят вспоминать об этом случае. Короче, я постараюсь попозже раздобыть файл, чтобы пояснить кое-какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с ними разобраться. Может, твоя везучесть и на меня перекинется? Я слышал, начальство хочет поручить тебе что-то крупное, Сол. Окей. Ниже общее. Название. МСВ Торренс. Грузовой манифест Торренса. Космический корабль класса М. Капитан Верлен Диана. Штурман-связист Коннор Уильям, владелец Ладая, да, все, задача, доставка поисковой группы корпорации Вэлланд Ютани на станцию Севастополь и обратно. Это вот как раз наша миссия, да? Поисковая группа состоит из трех сотрудников Вэлланд Ютани, Сэмюэлс, Рипли и Тейлор. Они по фамилиям, да, к себе обращаются, окей, хорошо. Пассажиры: Сэмюэлс, Кристофер, Рипли, Аманда, Тейлор. Нина. Чё, блядь? Количество палуб 2, членов экипажа 2. Буксирный корабль, модифицированный для перевозки пассажиров и грузов, оснащен космической коммуникационной антенной и анабиозной камерой. Имеется действующий буксировочный фал повышенной прочности. Возможно, это нам пригодится. То есть, если что, мы станцию Севастополь собираемся отбуксировать, я так понимаю. По сюжету, обратно. И как бы нас туда запрягли тупо из-за того, что мы можем на халяву, да, то есть бесплатно для них. О, музыка пошла. Банджи, хуярь. Так вот, мы, короче, на халяву для них... Опа, нет, я хотел все собрать, давай сюда. Пойдем в их экспедицию. Им никому не придется платить, кроме вот этих двух челиков, юриста и... Видимо, капитана, я не знаю, как. Надеюсь, вы отдохнули позвать. В пути. Замечу, вы содержите вот Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Забрать текст брифинга. И где мы его заберем? Неважно, да? Нужно пойти туда просто. Хорошо. По пути все осматриваем. А, вот и текст брифинга. Давай. Сейчас будет, видимо, катсцена, да. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем. Вот Янка там в верхнем углу в купальнике. Коммерческий борт Торренс. Регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вэлланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием.
Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Какие мощные костюмы, как у космодесантника прям. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Изменяя поток, электрические потоки в распределительном щите можно изменить специнструментом. Ебать, мы, короче, проебали, да, наших спутников? Я так надеялся, что мы не будем одни там бегать, да? Ёбаный рот, блядь. А что делать-то? Фух. Опа, скафандр. Ну. Это сейчас нам надо снять, я так понял, да? Повести его обратно. Цель обновлена, найти помощь. Кстати, а здесь серый скафандр? А он и желтенький. Желтенький скафандр. Ну и все, больше не горит, значит, обратно мы его взять не можем. Окей. Ну и в целом здесь, я так вижу, активного ничего нет. Ну, блядь, понятно. Заебись. Темнота, хоть глаз выколи, блядь. В терминалах можно сохранить игру. Если рядом враг, терминал вас предупредит. Спасибо, блядь, большое. Это терминал орёт, да, так? А как он предупредит? Кто шарит вообще? А, это он сохраняет, да, так? Подождите. Ну, жду, блядь. Давай, жду. Или я могу свободно ходить, пока ты тут шарыпишься. Ну, здесь ничего нет. Окей. Ой. Ну-ка. Здесь какое-то место, которое мы только открыли. Ой, в пизду, блядь. А есть фонарик какой-то, нет? Ой, да ну нахуй, нет. Равновесие станции нарушено. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Хорошо, так и сделаю. Спасибо. Я в контрольный пункт. Да в рот я ебал это. А, это сюда же, только короткий путь. Ну да, мы здесь проскочили. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пошло обучение, я так понял, да?
Пошло обучение. Ё! Тут я обосраться можно, ты чё это? О, а мы туда, блядь, а это что? А, все понятно, все понял, я понял. Короче, залезаем. Режим крепкого орешка пошел. А, блядь, я что, проебал, да? Поворот. Поворот не туда. Опа. Сфинктер разомкнулся. Мы выползли. Прекрасно. Поднялись. Но здесь опасно. Здесь опасно. Нельзя здесь тусить. Там что-то моргает. А здесь есть что? Не, нифига. Здесь даже собирать нечего. Опа. Хлам. Классно, что он подсвечивается. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте терминал почитаем. Что ж. Севастолинк. Спасибо. Папка повреждена. То есть ее почитать нельзя, да? Ну, окей. Подожди, ты что это? Не настолько, что она повреждена. Мне кажется, могли почитать, нет? Списание. Кому? Техническая служба. Вывод из эксплуатации. Ну, мальчики и девочки, наверняка до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить это официально. Станцию решено демонтировать. Мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь назначат. А пока что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управлялись сокращенным составом. То есть сторонних подрядчиков будет всего ничего. Зато всем заплатят сверхурочные. Я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду. Вывод из эксплуатации не означает «забирай, что хочешь». Все имущество компании строго подотчетно. Если я увижу, что кто-то решил прикарманить оборудование, я лично припровожу вора к начальнику службы безопасности Уэйтсу. Шеф. Ну, короче, шеф серьезный парень. И здесь папка повреждена. Ну, окей, хорошо. В итоге станция Севастополь под списанку. Откроешься? Нет, не откроешься, нифига. Ну ладно. Значит, идем по дощечке. Ах, блядь, нахуй! Ой, как мы пизданули. Ай-яй-яй-яй-яй. Да мягко говоря, блять, у меня хп аж отнялось. А есть фонарик? Есть фонарик? Эль. А, во. Есть фонарик. Есть фаер. То, что надо. Да. Ну ладно, погнали. А, ага. Меню предмет. Ну хорошо, я открыл фаер. Фаер, да. R использовать. Ууу, ебать. Ага. Ага. А, его можно бросать, да? Его можно бросать и можно просто положить. Окей. Ну, то есть, если мы захотим, мы можем сюда протиснуться, да, например. Можем просто с ним ходить. Ну, как будто лучше пока что походить с ним. Ну, ладно, ползем, да? Походу, ползем. Угу. Здесь есть что? Ну как будто можно сейчас. Опа, это что такое происходит? Я вижу надписи до хера. У них что, здесь бунт какой-то? Кто-то новый? Someone new? А, new? Кто-то стучит или что, скребется? Ты всегда знаешь. Working Joe? Чё, блядь? Ты всегда работа, Джо. Moving. Keep moving, двигайся. Тебе нужно двигаться. Ага.
каждый ответственен за безопасность. Взять хлам. Ну что, похоже, надо наверх подниматься. Сюда мы никак не пройдем, да? Хотя мы можем попробовать. Может быть, там какая-то есть херня? Нет? Давайте по-быстрому. По-быстрому сюда проскочим. Вдруг там что-то есть. Да, блядь, пусти меня. А что это? Что с фаером? А, все, он закончился. Я понял. Ну, все, получается, фаера больше нет. Ага. Ну нет, мы здесь можем пройти. Кстати. Ну и туда заползти мы тоже можем. Блять, а что из этого верное? Скажите, опа. А что мы сделали? Ну давай попробуем залезть. Может быть, там какая-то пасхалка есть, нет? Ну, это какое-то относительно безопасное место, видимо. Музыка меня уже успокаивает. Ой, блядь. Это макет Севастополя. Я правильно понял? Ой, слышу сохраненку, но как будто я хочу еще пока что вниз спуститься. Мы там еще не все исследовали. Или здесь свободное перемещение будет? Не совсем это вдупляю. Как будто немножко... Локации коридорные. Ну ты хочешь, не хочешь? Ебать. Ой, ебать. Ладно, вот что нам надо было сделать, видимо, да? Нам надо было просто все зафармить. Ой, блядь. Сегодня не день чесания носок. Короче, я не знаю. Кажется... Выпивать придется, да? Или что там? Какие там приметы? Когда нос чешется. Я вот колу пью. Кока-колу. Очень вкусно. Еще и зеро. Вкусно. И ноль калорий. Ты так быстро поднялась? Нифига себе. Ну... Есть тут кто? Блядь, ну как тебе сказать, я никого не вижу. Красная. Красная хуйня. Нужно восстановить подачу энергии, хорошо. Короче, энергии нигде нет. А здесь что есть? Здесь мы тоже ничего сделать не можем. Угу. Блядь, все разворочено. Ну здесь все выломано. Забытые. F.U.? Что? Не понимаю немножко. Никому не доверяй. Keep out. Держись подальше. Я правильно понял, да? Карта обновляется автоматически. У терминалов к ней добавляются новые области. Tab, чтобы посмотреть карту. Угу. Вот и эти области, да, мы здесь прошли, здесь все закрыто. Нижняя область, та, что доступна, она у нас находится под нами прямо, да? Она зеленым отобразилась. Ага. Что еще написано? Завтрашний день вместе не имеет будущего, скажем так, равно... Equal no future. Окей. Я сейчас очень осторожно двигаюсь. Может быть, и зря? Конечно. А это что дает? Подачу энергии, да, нам генератор даст? Ну, давайте вот так вот сделаем. Сначала сделаем подачу энергии, потом сохранимся. Ну, чтоб наверняка, да? Все, спамим кнопкой Е. Стартуем или пиздуем. Давай. Нормально, столкача завели. Генератор заработал. Мы сейчас что-то увидим? Скажи честно.
Ну слушай, генератор заработал, но как будто особо-то ничего и не светится. Но, скорее всего, у нас там дверь открылась. Дай почитаем. Личная наша заначка в другом месте. Хорошо. Лэнгли, заначку нашу не ищи. Я ее перепрятала. Ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятала ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь. Код 0340. Так, запомнили, чат. Запомнили. 0340. Не волнуйся. Туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей, Анна. Хорошо, Анна. Спасибо. Так. Сиксон говорит до свидания. Объявление. Вывод станции Севастополь из эксплуатации. Вместе мы продолжим преодолели длинный путь, но, увы, он продолжит к концу копать. А, ну все, понятно, это общая рассылка, так что можно ее скипать. Аудио. Аудио, интересно. Харрис, тренер. Это Уэйс, возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Харрис, Тарнер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Нахера я прочитал? Мог бы просто включить, прослушали бы. Силовой щит. Восстановить подачу энергии в зале отправления. Восстановили? Восстановили. Они были заперты, получается? Офигеть. Хорошо. Теперь понятно. А зачем тогда они заперли-то людей? Но с другой стороны, с ними ничего не случилось, с этими людьми. По сути, значит, они были в безопасности. А сейчас, когда мы открыли двери, боюсь, что они уже не в безопасности. Мы можем пройти сюда, но, скорее всего, я бы хотел пройти вот туда. Хорошо. Презентационный зал какой-то. Хочу. Но я так понимаю, мы ее не сможем сделать. Так, повнимательнее. Ебать, блядь. Файер, давай сюда. Бросать его. Ах ты ж, блядь! Сука, задел меня, говнюк, а? Или так и должно быть? Они нам просто ХП сбивают, да? А, вот для чего. Получен чертеж. Вы наш чертеж используете Q, чтобы собрать устройство из найденных компонентов в меню создания предметов. И... Ага. О, нифига себе. Ничего себе. А как быть здесь тогда? Это что, бритва? Шприц? Шприц. А для чего шприц? С помощью аптечки можно частично восстановить уровень здоровья. При ее применении необходимо действовать очень точно. Так что позаботьтесь о том, чтобы у вас было время на ее использование. Угу. То есть нужно зайти в безопасное место и дальше отрегениться. Ну давай попробуем. Давайте. Ну я щелкаю. Ага. Все что ли? Все? Мы создали? Или что сделать надо? Я не понимаю. Ну все. Ну я щелкнул. А, все. А, о. А, все понятно. Надо компоненты типа добавить, а потом уже.
А потом уже все это активировать. Ну ладно, файер я оставил, пусть будет. Классно, что у файера есть время горения. Что тут случилось? Блядь, да все ёбнулись. Вместо того, чтобы спасаться, они просто стены разукрашивали, блядь. Покойся с миром, Севастополь. О, это местный фудкорт, что ли? Синг-санг. Музыка очень классная. Мега атмосферная. Ага, заперто, заперто, заперто. Не входить. Ну, блядь, а... Ладно, давайте посмотрим. У нас есть... Здесь локация и здесь локация, да? Надо возвращаться, значит, подниматься сюда на второй этаж. Здесь у нас точки сохранения. Это генератор, да, походу? А что за бокс, кстати? Мы его прозевали, что ли? Блять, а я, походу, бокс какой-то прозевал. Реально? А, ну здесь надо просто пройти по дощечке, наверное. Ну, сейчас глянем. Сейчас сначала посмотрим. По-моему, бокс просрали какой-то. No hospital. No authority. Hope. Надежда. Где-то вот здесь вот был. При входе. А можно мне прыгнуть? Блять, тоже нельзя прыгнуть. Ёбаный урод. А, ну я понял, почему я получил урон. Потому что не присел, блять. Ну и... Ты ж мне... А, это соседним, да? А какой здесь бокс? Он меня наебал, да? Он меня наебал? Скажи честно, ты меня наебал? А что это значит? Почему? Что? Я не понял. Что за прикол? Что за прикол? Почему он мне показывает, что здесь какой-то есть бокс? Блять, а я как лох повелся. Или, может быть, он здесь? Дайте мне всякий пожар, сохранимся, конечно же. Сохранимся. Да-да-да-да-да. Опять главное не попасться на эту удочку. Отлично, все, прошли. Да. Короче, срать. Срать совершенно на это обозначение бокса, похоже. Ты откроешься, нет? Дверь заперта. Но там есть какая-то хуйня. Что-то написано. А можно как-то приблизить, нет? Нельзя. Почти ни хера не вижу. Не могу почитать почему-то. Слишком далеко, видимо. А мне надо ли туда подняться-то наверх? Выглядит самый, как самый очевидный путь, но... Но! Мне кажется, есть путь поинтереснее. Вот тот в конце, который. Там какая-то локация есть. Здесь нихера, нихера. Давай попробуем здесь. А, нельзя? Нельзя? Ты серьезно, блядь? Ты серьезно? Там даже дощечка, блядь, есть, чтобы пройти по ней. Или там должен скрипт какой-то сработать? Ага, ага. Неизвестные будут застрелены. Это вот тот корабль, на котором мы прилетели. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Я здесь, Верлен. Файер. Вот он я, блядь. Я тут. Сука, блядь, какого хера? Я ж даже в
фар зажег, блядь. Что-то мне это не нравится. Что это за хрень? Что за хрень? Мне кажется, наоборот, я хуже вижу с этим фаером. Нет? Блять. Ну давай вот так вот сделаем. Пусть валяется. Это что, помойка какая-то, что ли? Терминал. Ну ладно. Который не рабочий. Окей. Ладно, зря я к ним подхожу. Здесь же все равно зеленым не горит. А вот здесь, скорее всего, нам нужно спуститься, потом подняться. Ну, пройти, точнее, вот по этой вот дощечке, чтобы вот сюда выйти. Все, понятно. Может, только с одной стороны как-то выйти. Меня не напугает этот звук. Меня скример только напугает. До усрачки, блядь. Честно говоря, даже непонятно, нахуя я сюда иду, но пусть будет так. Ууу! Стол для аэрохоккея. Разъём. Это что у нас? Еще один генератор, да? Ну давай, запускай что. Чё, блядь, да давай, стартуй. Нормально. Все. Угу, что-то загорелось. А как я могу? Я же могу использовать, да? А, вот. Нормально. Но аптечек больше нет, хорошо. Видиком. Угу. Дощечка осталась. Это что такое? Что за свет? А, ну ладно, он просто болтается. А здесь можем пройти? Нет, не можем пройти. Короче, это замануха, понятно. Да не свети в лицо, ну господи. О, слышу сохранение. Отлично. Сейчас, погоди, погоди. Нам надо... Шахта вентиляции, супер. Давайте сначала прочитаем, а потом, скорее всего, придется в шахту вентиляции спускаться. Личное, кислород перекрыт. Зоя, извини, но со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. И теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо. Не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки. И от нее решили избавиться. Продадут на металлолом, наверное. Я разговаривал с одним инженером, он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест, пытаясь счастье в другом месте. Карп. Окей. Что такое Аполло? Ну-ка, давайте посмотрим. Все работает космопорт в целях подтверждения паники не... Ага, вот. Всем сотрудникам космопорта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим. Распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Ладно, ладно. Что такое Аполло? Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixen и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Sixen. Вместе к светлому будущему. Хорошо, это рекламная рассылка. Супер. Почитали, блядь, рекламку. Ага. Ну ладно, сохраняемся, что поделать. Кофемашина, кофетачка есть. Смотрите-ка, неплохо, неплохо. Давай.
Пиу. Сохранились. Обожжем, обожжем. Ну ладно, давай так. Вентиляция так вентиляция. А как? А вот сейчас бы фаер-то нам пригодился, бля. А что делать? Взрыватель, аккумулятор, клей, вещество. А что за вещество? Для чего оно нужно? Вещество Б какое-то. Я что-то не понимаю. Шприц. А, это то, что есть. Ага, аптечка крафтится вот из этих трех вещей. А что еще мы можем? Кроме аптечки, интересно. Ну, допустим, мы это закинули. Но у нас нет вещества Б. Хорошо. Ой, ебать, блядь. Слышите, да, что там что-то носится, блядь, безумное. Опять кошак залез в вентиляцию, блядь. Вылезти. Леди и джентльмены, напоминаю, если кто-то еще не подписался, обязательно жмем follow, чтобы не пропустить следующие стримы. Тут все на куски разваливается. Пиздец. Это пиздец, мама. А почему здесь нельзя прыгать? Мне кажется, это игра, в которой прям надо прыгать, нет? А, блять, все? Все что ли? Я заплутал? Или как? Или как? Как вам кверху? Скажи честно. Не сюда надо забраться или что сделать? А, все, я понял. Надо было активировать робота-пылесоса, чтобы мы могли залезть вот сюда. А погоди, ну-ка, здесь у нас есть какой-то... А это что такое было? О, ебать! А как мы это профукали? А, там закрыто же было. Там было закрыто. Окей. Ай, погоди. То есть, а может быть мы могли бы вернуться, нет? А что здесь такое? Ну-ка. Другой этаж. R-масштабы. Дай масштаб посмотрим. О, блядь. Легенда Е. Закрыто. А, ну все, там закрыто. Все понятно. Поэтому мы туда не можем пройти. Ну ладно, в целом-то мы все, видимо, сделали правильно. Ничего не пропустили. Опять ползти, блядь. А это мы кряхтим? Похоже, что мы кряхтим. Ну, потому что другого никого я не вижу. А я что, даже не увидел, что там было, блядь. Ебать, я чуть не обделался. Кто-то там носится. Ну, это явно человек носится. Слышно, что это двумя шагами? Это что? Это не работает нихера. Окей. Vista? Реклама Windows Vista или что? Ну-ка, здесь. Чемодан только. Ой, там дверь открытая. Здесь закрытая. Нужен плазменный резак. Сейчас Dead Space начнется. Ну ладно, мы и так практически в Dead Space. Угу, вот он генератор. Хорошо, с генератором понятно. Здесь дальше можно пройти или нельзя? Ой, не ни хрена себе. Давай, бля. Угу, еще. Ой.
Хорошо. Угу. Ну, окей, это пункт приема багажа. Я бы еще здесь... Блять, да ну нахуй. А какого хрена он взорвался вообще, блять? Это перепад напряжения или что? Ну мы-то вот здесь вот были. Или мы... Нет, мы не отсюда вышли. Мы вышли вот отсюда. Да ведь? Или мне кажется? Или я что-то... Наверняка впереди выход. Блять, я очень надеюсь. Пройти через главную дверь. Супер. У нас хотя бы цель обновлена. Наконец-то. Давненько такого не было. Дверь открыта. Здесь ничего нет. Ай-яй-яй-яй-яй, как хорошо. Здесь есть сохранение. Так, ладно, вот это меня уже парит. Если здесь есть возможность сохранять, точнее, прятаться. И сохранение, блядь, возможно, здесь какое-то дерьмо случится, нет? Попахивает каким-то дерьмом. И это не от меня пока что. А тут выход какой-то, да? Очень знакомое место. Сохраняемся. Нам здесь что-то найти надо, я так понял. А что найти-то? Что найти? Ой, все в кровище, блядь. Б. Что значит Б? А здесь что значит? Не видно даже ни хера. Wait. Блять, ладно, похер. А все что ли? А нахера тогда это место нужно? Чтобы просто пугать странными надписями? Специнструмент необходим. Все под замком, да? Блять. Ничего страшного. Опаньки. Это что такое? Черт. Ебануться. Там ключ и карта, блядь, а как туда попасть? А как туда попасть? Ну окей. Все понятно. Через сфинктер. Попадем через сфинктер. Ага, ползем сюда. Изи. Изи. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому... Короче, самому большому начальнику. Меня звать так вот. Мне это вот нужно сам. Больше, чем тебе. Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Там на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Прятались и сидят. Люди, мне страшно. Это камздец, как мне страшно, люди. Ну, я нажимаю. Я замерз уже. Как цуцик. Нажимаю А. Это латинскую А. Ладно. Из записи мы узнали, что какая-то хрень пробралась на борт. Ну, можно догадаться, что за хрень. Очевидно. Вы там меня не пугаете, блядь, этими своими музыками. Страшно, конечно, до усрачки, но, блядь. Давай. Блин. Хорошо. Ух. Опа. Опа-па. Вели допрашиваемого Хаст.
Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Выключи запись. Может, человек стесняется? Я не понял, а что это был за момент опасности, так называемой музыкой разыгран? Ни хера не было для того, чтобы как-то среагировать. Ну, странно. А, это было закрыто, может быть, нет? Я не понял. Ну ладно, что... О, шкафчик, кстати, мы не залутали. А, все, его и лутать-то не надо, надо прятаться. Ну ладно. Ну ладно. А здесь какое-то оружие будет, что ли? Очень странно, что здесь есть ХП. Мне почему-то казалось, что это а-ля хоррор, в котором ты просто прячешься от неведомой хуйни. Ебать, я только что увидел, что это мешки с трупами, блядь. Слышь музыку. А откуда-то оттуда играет. Ну окей, здесь мы уже были. Угу. Здесь мы как раз и активировали генератор. Но там закрыто. Угу. Ну, по всей видимости, здесь где-то придется возвращаться на какие-то локации. Нормально, нормально. Блок двери мы убрали. Там еще, кстати, может пройти куда-то. Фаер. Ага, хламчик. Пригодится. В смысле нет места? Ты что, офигел? Какое нет места? У меня там до усрачки места. Что значит нет места? А как можно посмотреть-то? Как можно посмотреть мой инвентарь? Вот так? Или что? Имя? А, журнал персонала. Перемещение. А что? Ну хорошо, допустим. А как? Ну. А, ну ладно, я понял. А, вот он. Вот он, Ватсон. Грузовые перевозки. Идентификационный код. Это тот, который мы нашли, да? Угу. Блять, а почему я хочу сенсор взять? Почему я не могу его взять? Что за хуйня, а? Может, надо что-то выкинуть, нет? Давайте, может быть, мы фаер выкинем. Нет, я не могу. Ну, давай вот так вот сделаем, раз уж мы его активируем. Пошел нахуй. И все равно не могу. Блять, ну что за идея? А кто-то покашлял, что ли? Или мне показалось? Ну это какой-то бред. Почему, блядь, я не могу сенсор взять? Угу. Тут как будто и смысла особого нет. А это кто? А ты кто такой? Мужик, ты кто? Бля, а туда я и зайти не могу. Угу. Ладно, эти локации, похоже, только с плазменным резаком можно открывать. Поэтому придется возвращаться назад. Может быть, поэтому у нас там не было вот этой херовины. Ну ладно. Ладно, пойдем через основные ворота. У нас другого варика-то и нет, да? У нас здесь закрыто, здесь что? А, вот здесь основной ход, да? И здесь закрыто. Дальше что у нас? Ну все. Все.
Больше-то ничего и нет. Это что здесь у нас? Терминал. Ага, это прибытие, да? Ну, давай убирать затвор. Ебать. Руки вверх! Ладно, ладно. Ты волыну-то убери. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать, потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да, тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Блять. Сука, я же думал, он нас прикончит. Когда он сказал, знаешь, кое-кто здесь завелся. Давай, я не намерен тут долго торчать. Блять, я уж подумал, что завелся он, блять. Наш мясной молоток нам вернули, так что мы сейчас сможем открыть. Реально же молоток для мяса. Погнали. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй! А ну стоять! Тихо, тихо! Мы не хотим проблем! Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна! Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. А, блядь, говнюки, и уехали. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Колониальные свиньи. Подожди, откуда? Где этот писк? Не пойму. Ну, явно не здесь. Надеюсь, правда, а, вот он, блядь. Отдает, как будто сзади. Найс. Сохранение. Погоди, сейчас лифт открою. Давай уж, открывай. Иначе нахер не нужен. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Ну, ладно, здесь еще пушка есть. Ну? Ну? Чего ждешь? Жми на кнопку. А, блять, ну она не давала нажиматься. В смысле, что за претензии, блять? Следующая остановка – грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца?
Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Монстр. Забыл добавить, у меня в штанах. Он сказал потише, и как будто мне хочется попробовать застелсить здесь что-то. Но он никак это не делает. Черт! Валим! За мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Ну, нормально вроде. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Что за подстава? Что за подстава, блядь? Ты мог бы сразу открыть. Говню. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Все по факту, надо выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Хорошо, хоть мы не одни. Тоже успокаивает. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Хорошо. Шприц. А вот его-то нам и не хватало, да? Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Спасибо. Бля, чел неделю тусит здесь. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Стоп, так что прикольно. Возьми фонарик. И батарею взять не забудь. Мусорка. Это что? О, это фонарик. Клей вон вижу. Только не включай, где попало. Хорошо. А то нас заметят. Пошли. Ну, батарейки. Где еще хрень какая-то? Все, больше ничего нет, что ли? Сюда. Только фонарик и батарейки? Небогато, конечно. Небогато. Сохраняемся я. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Угу. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Так я ж нажал F-то. Ну, ты в смысле, блядь? Ай, блядь, не то. Ну, я F нажимаю. Ну, нажимаю я F-то. Ну... Что за ерунда? Две батарейки из шести. Это ты там? Это я там, да. У меня не работает F. А теперь? Тоже не работает. Так, тоже не работает F. Кажется, он меня обмануть решил. А что мы ищем? Так, давайте посмотрим, что мы ищем. Найти вход в вентиляцию. Все. А. Он же так сказал, реально. Да. Да мне тоже не особо. Ух. Не пойму, почему. Оп, нет, тоже не работает, да? А может здесь какие-то ресурсы, может, есть, нет? Тоже нет.
Ага. Не судьба, не судьба. Здесь все загорожено. А что-то как-то не по себе. Да я согласен с тобой, блядь. Абсолютно согласен. Только входа в вентиляцию я что-то не вижу. Ну, типа, вижу вот эти пустые дыры, но... Аксель, о! Это она? Я сейчас. Что-то пропустил. Походу. Ну, давай вот так вот сделаем. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же у меня батареек нет. Подожди, а почему? У меня же есть батарейки, блядь. У меня же есть батарейки. В смысле? Я же взял батарейки, блядь. Я удержал F. Нет, еще не прошел. Ладно. Лучше тут не задерживаться. Спасибо, кстати, за подсказку. А я вообще как, быстро иду, не быстро иду? У вас тут все ползают по вентиляции. Только те, кто хотят жить, детка. Много еще осталось? Ну, мы играем-то всего меньше полутора часа. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо, там кто-то есть. Ебать, часов 20, охуеть. Да, принято, так точно. Надо идти к остальным, у них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Лично я бы не расслаблял. Иди за мной. Вы видели это, блядь? Почему не располовинило, бля? А мы здесь были, да? Нет, не были. Ага. Оп, сюда. Чиназис. Залутались. Так, теперь тихо. Ни фонарь не включай. Да-да-да, хорошо. Сейчас сохранимся. Да. Ну да. Тихо ты. Стой. Ничего, прорвемся. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Кто последний запас внимание, мародер. Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй, ничего он не брал. Я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, окей, медикаментов. Погнали. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Угу. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Так, блядь, вот вроде проскочили. Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори. За умного вот он, да, этот генератор? Идем. Надо проверить. Вот он, генератор. А, они здесь спят еще вдобавок. Бля, только не ко мне, пожалуйста, блядь. Подходи. Оу май. А что такое? А что мне надо с ним сделать? Выключить генератор. Ну так вот он я. Вот он я. Как я могу его выключить? А, ну, блядь, понятно. Надо встать, да? И в шахту уярим. Генератор сдох. Кто? Сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Тебя подождем, вдруг они уйдут? А мы сейчас вылезем. Да? Да? Опа. Опа-па. Кто тут?
Оно вылазь, не тронем. Там внутри что-то. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, дымился бы. А вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла? Ну, слушай, неплохо, неплохо сработано. Крыса? Настал сейчас. Ну, не знаю я. Молодец, Эйбли. Сюда. Всё, потише. Неплохо. Они еще рядом. Со мной. А в смысле, почему? Блин. Так я, может быть, скрафтить что-то могу? Ну, вот это проблема на самом-то деле. Как будто... Ресурсы лежат нормально, а крафтить-то и нечего. Окей. Погнали. Да я вот тоже пытаюсь что-то крафтить, а у меня пока что только один рецепт на аптечку. Заполнять ячейки пустые. А, ну-ка, давай, сейчас попробуем. Ну, это понятно. С этим понятно. Вот у меня не хватает вещества Б. Так, так, так. Ну все, у меня вообще ничего нет. Все? Что? Что такое? Ладно. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Долго же он шел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Да все нормально. Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Бля. Толкайся. Угу. Все, супер. Надо вообще смотреть во все стороны, значит. Итак, личное сквозь пальцы. С. Я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметил пропажу. Станцию закрывают. Мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер велел своим не докапываться. Да им вообще сейчас не до нас. Они там только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, за что заплатил, Бейли. Окей. Ниарсон Леонард. Вы двое несете первую вахту у двери. Так что читайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто. И будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый замок на двух человек. То есть, для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы, так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить кого-то из нас. И я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет вас умолять и какие слезные байки они будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину. И теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому, Джо. Хорошо. Джо, кажется, имеет какую-то травму психологическую. Инвентарь. Чего не брать и не вычеркивать из списка без моего разрешения. Аспирин, консервы, крупа, вода, зубная паста, сигареты, туалет, бумага, изолента, аптечки, сухое молоко. Примечание. Боеприпасы на исходе. Зое удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на одно имя. Видимо, этому человеку они больше ни к чему. Все понятно. Видимо, они организовали схрон после, скажем так, вот этого катаклизма, что ли, какого-то. Опа. Блядь, я это не могу взять. Ну. Хотя бы метки можно было поставить. Да. Ну. Пропусти. Здесь ничего нет. А шо? Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Получается так, блядь. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Погнали. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Все, понял, понял, давай. А мы тут. Готово? На счет три. Раз, два, три. Оп, подотри. Аксель, сзади. Что?
Пизда. А давай к нему, помочь надо же. Помочь же надо. Все сюда, поймали ворюк. Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки. На нахуй. Мы же его могли бы вырубить просто. Черт. Нахера ты стреляешь, идиот, блин. Сейчас остальные явятся. Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Ебать! Бежим! Бежим, блядь! Сейчас нам в спину настреляют, он, блядь! Походу, мертвый! Они его убили! Да ладно! Блядь! А, все? Что же, это как сцена началась? Ты всего же его 7 убил! 500. А иначе он убил бы меня! Или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Ёбё! Ебать, вот и первое знакомство с чужим, блядь. Блядь, прикончи меня просто уже и все. И будет спидран. Так, погоди, давайте сориентируемся, все нормально. Башня охлаждения, можно пройти сюда, а здесь как будто все закрыто. Да? Закрыто? Блядь. Ага, спасибо, блядь. Здесь нам нужен резак. А что там стучит, блядь? Это у нас чужой бегает? А, он слышит мой бег, блядь? А, ну тогда я не буду бегать. Спасибо. Ага, пожалуйста, предъявите проездной. Окей, хорошо. Сюда пройти мы не можем. А вот сюда можем, да? И сюда можем. Ну да, я уже это понял. И, как правило, это зеленое видно издалека. Окей. Call, позвонить. А точно мне надо звонить, блядь? Это что? А, это вызвать. Ебать, блядь. А что я сделал-то, блядь? Музыка охуевшая, а я ничего не вижу. Пожалуй, я войду. Ебать. Реально чуть не сдох? Это жестко. Ничего, где выходить? У меня аж ладошки вспотели, блядь, от такого саспенса. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Ага. Здесь можно спрятаться. Хорошо.
Угу. Инженерной платформе к жилой зоне, к научно-медицинской башне, космопорту Севастополя. Это вот мы из космопорта, да, пришли. Так, в центр связи с Иксом нужно попасть. Ага. В технобашне. Нужно найти способ попасть туда. Технобашня. Ну, слушай, как будто мы можем через инженерную платформу пройти, мне кажется, нет? Что, защита? И что он дает? А, энергосистема перенаправляет ток, чтобы включать и отключать системы, находящиеся рядом с вами. Система подпитывается от источника энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы можете включить другие. А, щитки для отвлечения? Получайте доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага и экспериментируйте с системой Севастополя. Все это поможет вам достигнуть цели. Хорошо. Система динамиков, нестабильная система. Выбрать комнату. Что-то я не понимаю. Ага. А есть какой-то смысл вообще что-то делать, да? Похоже, нет. Ну и насрать. Ну и насрать. Все, хорошо. Я, наверное, тогда скажу, наверное, в какие-то жилые сектора. Ну, как будто это звучит нормально. А, мы здесь и особо ничего сделать-то и не можем. Ну, давайте сохранимся. Здесь точно надо сохраниться. Ага. Так, ты говоришь, что можно запарить помещение. Это типа пар включить? Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Включить звук на время. Угу. Угу. И куда мы тут идем? Security, Lawrence Tech Lobby. А мы там не могли пройти никуда больше, что ли? Ой. Зря я побежал. Зря я побежал. Погоди, а... Ну нет, я же... Это можно пройти, да? Угу, башня Соломон. Вот нам кажется, в башне Соломон-то и надо. Давайте сюда, наверное. Или зря я это делаю? Хм. Все, если что, прячемся сюда. А это обратно? Мне казалось, что мы через космопорт приехали. Да, ну. Так я же был здесь, нет? У космопорта Севастополя. А сейчас я иду в жилую зону, Соломон, нет? Хм. Ну давай поднимемся, давай поднимемся. Все-таки если уж мы здесь, то надо здесь исследовать все место. Но на всякий пожарный зато вызвали лифт. Чтобы на случай чего слинять. Угу. Lawrence System Lobby. Здесь у нас что? Блять, ну мы здесь заорем, мне кажется, да? Если мы сюда пойдем, то мы заорем. Здесь же рамки стоят. Сигналка сработает. И там тем более дверь закрыта. Я, наверное, сюда не хочу идти. А, о, здесь есть очередной лаз. Тут орет. Не-не-не, давай назад. Давай чуть-чуть назад. Я хочу вот сюда залезть все-таки, посмотреть. Там что-то тоже началось. Опа. Неплохо. Бля, да когда уж крафт начнется, а?
Ну ладно, понятно, здесь смысла нет большого. Но это тоже не заберем. Окей. Можно открыть? Вот он. Ну, фонарик можно на какую-то секунду включать, для того, чтобы только посмотреть. Не подходи! Ты ёбнутая? Ты чё по мне стреляешь? Сюда! Тут кто-то есть! Ебать, блядь! Отвали! Ну-ка. Здесь нельзя. А как она меня спалила-то? Ну-ка. Вот она, да? Вот здесь вот надо на лифте подняться, а здесь? Тут мы задержимся на какое-то время, хорошо. Опа. Сфинктер открывается. Залезть? Что залезть? А, наверх? Я правильно понял, что там отъехала вот эта девчонка, которая в меня стреляла, да? А я здесь упал, что ли? Я вроде не падал. Ну, карту я вижу. Да. Вот он, лифт, в который нам просто надо зайти. А мне вот интересно, здесь что-то еще есть, нет? Давайте мы вот так вот по крысиному. Оп. Закрыто. Угу. По крысиному закрыто. Слышите? Что-то пищит. Файер! Файер мне нужен. На всякий пожарный. Я правильно понимаю, я файером могу его отвлекать? Ну, какая-то хуйня зеленая. А, блядь, закрыто, что ли? УРД необходим. Что такое УРД, я даже не знаю. Угу. Техническая поддержка. О, мокрый пол. У меня, кстати, дома такая же штука есть. По пьяни стащил. Ой, ты маленькие ножки где-то там бегают. Есть что-то еще-то, нет? Здесь даже нет лута какого-то. Ну все похоже, она погибла. Это... Опа, вижу. Вижу ящик на ресепшене. Он же меня тоже, да, может услышать? Даже если пешком хожу, да? Это что у нас? Щит? А, это опять же эта хрень, да, все. Что-то я немножко удивился. Система динамиков, ну... Да нахер не надо. Там еще можно кислород, да, отключить? Окей. Ну, как будто вообще ничего нет. В этой локе. Вот он, лифт. Сюда нет смысла заходить. Туда тоже. Ну, давайте. Это что сейчас было только что? Вы видели? Там же упало что-то. Куда оно делось?
Нет места, блядь. Ё-моё. Похоже, она пыталась подобрать куклю. А, вот она. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Прекрасно. Найти элемент данных, починить УРД. А без УРД мы это не откроем, да? Так, а куда нам надо-то? Теперь нам нужно вот в этот отсек. Ага. А здесь у нас... Попасть в центр связи с Сиксон. Ага. Ну, это основное задание. Все. И здесь дальше найти элемент данных и починить УРД. Угу. Вот там. Она внизу была. Тихо. Да отъебись. Вон там кто-то прячется. В смысле, блядь? Иди нахуй. Они меня увидели, что ли? Я что-то не понимаю. А, блядь, реально увидели. Ах ты ж, блядь. Давай, прячемся, сука. Давай, 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 лезь, блядь. Мразь. Лезь, лезь. Все, вроде как зачилились. Зачилились же, да? А, вот значение, или нет? Иди кури, блядь. Расхочется. Иди кури, блядь. Все, музыка сошла. Блядь. Кто нахуй? Никого здесь нет. Че ты, блядь, начинаешь? Как он ходит, они ходят одинаково? Ага. Наверняка он рядом. Я понял. В темноте посмотрите. Так, а как нам туда попасть-то, блядь? Как нам туда попасть? Там же все закрыто. Пока никого. Надо резак, значит, достать, да? Наверняка он до сих пор здесь. Ебать, как они меня не видят, блядь. Я в шоке. А ну, вылезай! Да иди уже, блядь, отсюда. Ебанашка, блядь. Сбежал он уже. Может, хватит? Да, давай, хватит уже. Иди. Правильно, все. Пушку можешь оставить. Хе-хе, лох. Все, закрылось, отлично. Ух. Мы знаем, что там есть противники. То есть это какие-то мужчины-женщины, которые просто в панике. И не знают, что делать. Нужен плазменный резак. Везде нужен плазменный резак. Ну, блядь, а надо, значит, его доставать. Давайте сохранимся на всякий пожарный. Угу. Значит, мы сейчас пойдем вот туда. В инженерные отсеки. Здесь закрыто. Ну, смысла большого нет. Ползти. Угу. Здесь, скорее всего, тоже встретятся какие-то. Не ори. Ну, и? А здесь что? А здесь-то что? А здесь-то что делать? Ой, блядь. Хм, сложно. Очень сложно. Не понимаю немножко.
Здесь можно открыть только с помощью вот этой хрени, которая у нас пока что не работает. Спасибо. Здесь мы можем только спрятаться. Ну. Пожалуйста, оставляйте вещи без присмотра. Вот, мы сейчас как раз и скрафтить что-то хотя бы можем, да? Вот, все, хорошо. А, это подожди, я же подобрал, по-моему, вещество Б, нет? Ну да. А, все. Я, видимо, не нажал подобрать. Но зато теперь аптечка есть. Ага, все, скрафчен. Скрафчен. Нахера, конечно, мы открываем вот эту дверь. Только как быстрый проход. Не знаю, пока что непонятно. Пока что непонятно. Пока что непонятно. Ну, в любой непонятной ситуации сохраняйся. У меня есть мысли вернуться обратно туда. Похоже, придется возвращаться. И пробовать там лутать. Лутать элемент этот. Электронный элемент. Потому что туда мы пройти не можем. Здесь мы заорем, правильно? Заорем. Они прибегут. Как бешеные. Может быть, я здесь как-то могу по вентиляции, не знаю, пробраться. Но здесь я ничего не вижу, кроме вот этого хода. А с этим ходом мы можем вот туда только попасть. Но там мы открыть не можем. А, вот он как ходит. Вот она ходит. Да, блядь. Угу, она смотрит, да? Ну пусть смотрит. Не с... Ой-ой-ой-ой-ой. Закрыть бы сейчас. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Девчонка, короче, стоит здесь, потом поднимается наверх. Угу. Еще один человек на втором этаже. Может, мне стоит вот туда пойти? А с другой стороны, зачем? Нахера? Мне кажется, я хуйню, да, делаю, да? Я не намерен тут сдохнуть. Блять! А ну-ка, без паники. Прорвемся. Пошел нахуй. А что это сейчас только что было? А почему он открыт был? Правильно, иди туда. Иди, иди, иди. Ну, блядь, он смотрит? Что это такое? А, ну почему я не могу войти, блядь? Что за хрень? Он открывается, я же вижу это. Блять! Сука, иди в жопу. Да лезь, блядь, дура! Лезь! Это что сейчас было? Тихо, тихо. Кто-то есть. Ладно. Я чуть не могу двигаться вообще. Типа. Это из-за короче, чего? Это из-за аптечки, что ли? Попробуй.
Походу из-за аптечки. Ну. Все. Ты видишь это? У меня какая-то хрень произошла. Он начал фокусироваться на ком-то. В итоге... Все, конец. Ну-ка. Ой, все, разлагало. А, это я упал. Короче, я лох. Я сюда изначально не залез, похоже. Но здесь опять плазменный резак только помогает, да? У нас есть аптечки. Крафтить мы тоже ничего не можем. Сложно. Очень сложно. Где вы? Говнюки. Я вот там был, и там ничего полезного. Совершенно. Ух ты ж, блядь. Куда пойдешь? Признавайся. Ну ты как? Ничего? А, ты, блядь, поднимаешься. Пёс. Отвали. Блять, ну... Ну, кстати, нам, походу, хана сейчас будет. Нам хана, да? Ну да, как будто да. Как будто да, пизда нам. Пиздарики на воздушном шарике. Приехали. А, нет, она спустилась. Бля, заебись. Прекрасно. Ага, все, прекрасно. Отвали от меня. Ты меня не видишь. Меня здесь нет. Меня тут нет. Вы меня не видите. Ах ты ж, блядь! Сука! Псина, блядь! Съеби отсюда! Никого. Правильно. Правильный ответ. Правильный ответ никого. Ёбаный в рот, блядь! Вали отсюда. Ну свали, блядь. А то сейчас эта ебанашка, блядь, поднимется. Они просто убили его. До чего мы дожили? Ох, блядь. А, вот как надо пройти. Ах ты ж мать, моя женщина. Что это? У нас тут... Блядь, пизда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну пусти, сука. Блядь, мне хана. Мне хана. Ой, так она бить может, блядь. А чё я раньше-то не знал? Лечись, блядь. Я могу их, оказывается, вырубить? Или нет? Да съебал он. Съебали, блядь. Ладно, сейчас попробуем, короче, вырубить. Вау, 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 вау. А, блядь. Мразь. Фу. Ну, давайте еще разочек попробуем. Пип-пип-пип. Последнее сохранение. Последнее сохранение. Домашнее задание. Найти... Хорошо.
Хорошо, но подняться здесь очень сложно. Ничего, все будет хорошо. Такая потная хрень. А на втором этаже, на каком этаже это? Фойе. Да, этаж. А, вот она. Блядь, так я ж мог бы пораньше, да, это сделать. Пораньше мог бы сделать. А что это за хрень? На втором этаже у нас есть две вот этих... А, я понял, что это за хрень. Я понял. Короче, у нас есть Easy Way. Вот здесь. Мы можем пройти по нижнему уровню. Спасибо. Вот сюда. Ну там в любом случае, да, на второй надо подниматься, блядь. Угу. Как будто что то хуйня, что это хуйня, все хуйня. Ну ладно. Сейчас попробуем. Попробуем по-разному. Блядь, да ты чё, охуел, что ли? Как он меня видит-то, блядь? Не, ну это что-то ненормально. Можно какой-то нормальный стелс, пожалуйста, блядь? Нигде он меня видит, блядь, на другом конце карты. А то как будто... Это слишком заёбно. Может, просто чужой туда придет и всех разъебет, блядь, а я пойду спокойненько от него спрячусь, он съебется, и дальше я зачищу. Все. Хотелось бы так. Хотелось бы так. Но единственный вариант, который я сейчас пока что наблюдаю, это пройти сюда. Пройти сюда. Вот сейчас мы зачилимся. Вот. Блядь, да ну ты-то откуда здесь взялся? Он же так не ходил. Правильно. Ничего страшного не случилось. Не ссы. Ну. Так, походу придется прятаться вот так. Эть. Выглянули. Походу мы не одни. Да, блядь. Ну ты что, серьезно, блядь? Ты серьезно, нахуй? Ты что, блядь? Ой, блядь. Надо зачилиться где-то. Вот здесь, например. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сделать. У них слишком имбовая расстановка. Два человека на двоих, на два края лестницы. Ну, типа... Извините меня, но... Это что-то уже ненормальное. Причем они друг напротив друга стоят. Вот, вот здесь вот прям напрямую. И здесь, блядь. Один заходит, другой выходит. Ну, блядь, и как туда пройти? У меня вопросик сразу возникает. Что за бред? Да прям не говори, блядь. А может фаер кидануть куда-нибудь, чтобы его отвлечь? Можем это сделать? Вот, смотри. Ну вот смотри, это нормально, блядь? Все время мерещится, что эта тварь прямо за стенкой. Кто-нибудь это видел? А, блядь, ну заебись. Ну заебись, блядь, спасибо большое. Ну давай еще. Давай еще раз хуярь меня. Какой душный уровень, блядь, а? Мега душный уровень. Я бы это понял, если бы здесь была система... Ты ёбнутый, блядь, или что, блядь? Что это такое, блядь? Я только вошел, блядь. Как ты меня увидел, мразь, блядь? Ну, убей меня еще нахуй. На, блядь. Блядь. Сука. Все, я понял, как надо делать, блядь. Я понял, как надо делать. Мы, короче, хуярить их будем сейчас. Меня заебало с ними цацкаться, блядь.
Да, блядь, давай аптечку, дура, блядь. Кастуй аптечку. Кастуй аптечку, манда. Бля, можно, пожалуйста, аптечку? Я хочу аптечку, пожалуйста. Спасибо большое, блядь. Вроде вон там кто-то. Эй, эй, там был свет, только что. Ах ты ж, блядь. А, я ее убил, блядь. Что это было только что, нахуй? Блядь. Это что за идиотизм, блядь? Это... Типа я могу выманивать их, что ли, и убивать? Ладно, звучит уже поинтереснее. Звучит уже прикольно. А чем я их... А, я могу их фонариком, да, херачить? Я могу их хуярить фонариком. Хорошо. Хорошо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вон эта мразь, блядь, стоял, он там караулил. Паскуда. Я что-то слышал. Ты-то хули слышал, блядь? Я на картонах хожу, какое ты слышал? Померечилось. Конечно, померечилось. Погодите, я что-то видел. Давай, блядь, иди сюда. Кто-нибудь видел там свет? Да. На, нахуй! Где вы, блядь? Вот они, два идиота. А, они меня видят, да? Или нет? Да подойди уже, блядь, мразь. Молодец. Где ты? Ой, блядь, они еще попадать здесь могут? Нифига. О-о-о! Ну, слушайте, это неприятно. А, блядь, сука! А, блядь, мразь! На, нахуй, здорово, блядь! Всех, блядь, вас! О, хорошо. Нормально, живем. Хилимся, живем, блядь. Кто еще здесь? Девчонка осталась одна. Выключил двоих, блядь. А, вот ты где. Ах ты ж, бля, хитрожопая, а. Вот она хитрожопая. А я могу пушки подобрать? Патрон для револьвера есть. А можно револьвер, пожалуйста? Хочу револьвер. Ну, пожалуйста, дай мне револьвер. Вот же он, блин. Ах ты ж, бля. Ну, давай сюда, ну. Ну, иди сюда, малышка. Давай, давай. Давай, ты, блядь. А, она идет, да? Она и идет. Ну, это решающий момент. Это решающий момент. Она еще меня и караулит, блядь. Офигеть. Отвали. Вот, я ее вижу. На, нахуй! На, блядь! Лохушка, блядь. Ух. Ебать, блядь. Я их всех грохну, блядь, молотком. Просто. А я просто хотел. Ой, это я не видел, кстати. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, забрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Симпсон не пришлет корабль. Хорошо. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ни с кем не говори. Как можно скорее возвращайся домой. Я скоро буду. Ну, слушайте, это было, конечно, тяжело. Это было тяжело. Тяжело. Аптечек у нас... Осталась одна. Можем еще скрафтить? Нет, не можем, да? Странно, почему я могу подобрать патроны, но не могу
чему-то подобрать пистолет. Здесь мы уже были. А, вот почему я не мог, да, туда, блять, уебал по микрофону. Там была дверь закрыта. Дверь была закрыта, из-за этого я не мог вообще добыть вот этот электронный компонент. Но я надеюсь, что там не будет же никого, правильно? Больше ж никого здесь не будет, ну. Ой, это вот вторая до башни Севастополя. Ё-моё, вот это красота. Вот это красота. Посмотрите на это. На орбите какой-то планеты неизвестной. Находимся. Шкаф, ладно. Сейчас пока что вроде прятаться не надо. Но запомнили. Я слышу сохранку. Где ты? Родная, где ты? Хочу сохраниться. Обалдеть. Обалдеть. Здесь, да, походу? Хорошо. Здесь еще один. Лифт. Ну, это грузовой, да? Looks like грузовой. Угу. Компонентов здесь нет, ничего нет. Ну да, ничего здесь нет. Жаль. Блять, сука. Я слышал эту хуйню. Ну-ка, съебись. Или я еще в безопасности? Угу. А интересно, вот я вот в этих вентиляционных шахтах в безопасности или нет? Давай-ка вот сюда сохранимся. Бля. Фух. Удачно, удачно. Все, я прошел. Все, я прошел. Я просто взял их и грохнул, блядь. Все. А, вот и револьвер. Супер. Наконец-то. Почему я с трупов не мог револьвер поднять? Это для меня загадка. Выбрать в меню. Хорошо. Ну, давайте возьмем. Пусть будет. Как мы его... А, его надо через... Ну... Ну, нормально. Нормально. Сойдет. Сойдет. Угу, здесь закрыто. Осталось понять, что... Ну, давай еще раз. Ну, уже нельзя, да? Надо подождать еще. Ну, окей. Not bad, not bad. Ну, где этот компонент-то, ну? Соответственно, мы сейчас проходим. А, так здесь закрыто. В смысле? Там же закрыто. Эй. Хорошо. Мне уже туда идти не хочется. Блять. Ладно, необходим пропуск. Хорошо. Вижу кровищу. Ух, блять. Угу. О, а я шприц-то даже не увидел. Хорошо, что повернулся в ту сторону. Ну, здесь аналогично, да?
походу придется сюда ползти. Угу. А, так подожди. А смысл тогда мне сюда залезать-то? Будто нет никакого смысла. Это что такое? Здесь активировать ничего нельзя. А, все, понял. Спасибо. Сенсор не могу. Нет места. А зачем этот сенсор вообще нужен? Я чуть не понимаю. Для чего он нужен? А, наверное, для этой херни. Как я? Для мины, скорее всего, да? Там мина, по-моему, была какая-то. Ну, блядь, как? Что дальше делать-то? Дверь заперта, все заперто. Здесь ничего не работает. Или я что-то не увидел? Похоже, что я что-то не увидел. Да, блядь, нет. Это что такое? Недостаточно энергии, блядь. Надо что-то запустить. А где мне что запускать-то? Давайте на всякий пожарный. Раз уж мы пистолет взяли, надо сохраниться. Сложно. Непонятно. Там мы были, тут были, блядь. Что мне с этим делать-то? Здесь закрыто, и здесь закрыто. Здесь, блядь, тоже закрыто. Или нет? Или не закрыто? Блядь. Ну закрыто же. Ну, и здесь закрыто. Ну, блядь, ну. И куда мне идти, получается? По лестнице мы уже поднимались. Здесь тоже все обследовали. Понятно, что ничего не понятно. Ну, вот оно, да. Допустим, я вот туда подойду, да? Я же правильно смотрю? Да, правильно смотрю. Но я ее не могу открыть, дверь заперта. Нет энергии. Окей, хорошо. Нет энергии. Так а где ее, блядь, активировать-то? Или опять в сфинктер лезть? Где-то здесь должен активироваться или что? Вот это ты? Нет, не ты. Типа. Здесь мы уже сенсор пытались забрать. Ничего не получилось. Я не понимаю. Здесь сфинктер. Здесь тоже нихера нет. Я не понимаю. Сюда наверх не подняться. Ладно, давайте назад сбегаем тогда. Возможно, мы что-то пропустили. Но я не понимаю, что мы пропустили. Вроде как абсолютно все исследовали. Здесь так даже нет возможности, чтобы открылось. Ну, ребята, блядь. Где этот генератор? Что такое? Благо хоть сохранение есть, это уже радует. Угу. А может здесь что-то есть? Может я вот это пропустил? Да вроде не пропускал нихера. Здесь пишет, что надо восстановить подачу энергии. Не пойму. Вообще никак. Ладно, твердо. А я теперь даже выйти не могу отсюда. Чего, блядь? Она за мной заперлась? Ой, карта.
Обновить карту. Хорошо. Ну, я обновил карту. Интересный момент, а почему я его не увидел? Ну, ладно. Зато сейчас увидел. Хорошо. Или мне нужно вот сюда пройти? Что с этой картой? Что с этой картой? Вот это что за херня? Рассказывай. Блять, реально, я пропуск, блять, не увидел. Ну, понятно. Все понятно. И теперь мне нужно пройти вот туда, потому что здесь как раз был пропуск. Да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, лох педальный. Нет, у меня оружие. Спокуха, блять. Я псих, блядь. А, ну, я понял. Здесь как бы без меня уже справились. Забираем хламчик. Нормас. А все, нет мест для хлама. А если я хочу хлам собирать всегда? Не работает. Ух ты. Йо. СШГ. Где мне прятаться? Осмотрели, ничего нет. А в смысле, я и сенсор не могу взять? Опять? Опять не могу взять сенсор. Идите в жопу. Надоели, реально. Настолько много лута, который невозможно подобрать. Я же выходил. Я же выходил. Из менюшки-то. Ой, какая красивая квартирка. Сюда пробраться хотелось бы. О, господи. Ух ты ж, блядь. Самописец. Ёбнуто, что ли, так поворачиваться? Что? 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 Ну? Нет. Да чтоб тебя... Блять, пиздец. Файлы повреждены. Так. Ладно. Успокоилась. Обнаружен несанкционированный доступ. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку. Что такое? То есть мне надо прятаться или что? Не пойму, что мне надо сделать. И что дальше? Мне надо вот это открывать, что ли? Хуйню. И чё? Угу. Нормас, нормас, нормас. Ну вот, теперь эта штука работает. Ну-ка, попробуем. Фух. А что надо делать? Подключить к системе. Кодирование мышка. Видите, показанный код выше. Перемещение. Подожди, ну хорошо. А, о. Ага. Ага. А, все, я понял. Его надо искать, да? В смысле? А что такое? Я что-то неправильно, да, сделал? Хорошо. Какой код-то? Какой код? Так, ага, ага. Раз. А, все, я понял. Блять, вот это и вот это. Все, нормально, нормально. Разобрался. Да, блять, не ори ты, блять.
нет места. Ну ладно, опять нет места. Ну вот здесь теперь мы можем хотя бы, да, ОРД использовать. Ну, это круто. Это круто. Опа. Так, так, так. Дальше так. И вот так. Ну, not bad, not bad. Молодцы. Выглядит довольно хорошо. Ой, какие-то андроиды, что ли? Роботы. Ага. Ну, сенсор нам не пригодится. Да, блядь, можно выйти. Ну, здесь можно прятаться, окей. Так, куда идем? Куда идем? Взломать лифт в центре связи. Хорошо, сейчас взломаем. А здесь у нас... А что там у нас? Там что-то есть? Погоди, погоди, погоди. Погоди, погоди. Здесь что-то есть. А что здесь не так? А, взять жетон. Я жетон не взял. Начальник декомиссии Портер. Говорю с техподдержки. Хорошо, посмотри. Этот самописец. Угу. Теперь мы возвращаем. Опа. А давайте-ка здесь посмотрим. Может быть, я здесь что-то еще пропустил, нет? Ты нарушил, Бог знает, сколько соглашений конфиденциальности, и все зря. Там только логотип Вайланд Ютон и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить, так что либо кто-то на борту нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Угу. Есть бокс, да? Вот что это такое. Вот что это такое. Окей. Тяжело. Тяжело. А что такое саспенс-то жесткий, а? Ну, здесь ничего не работает, надо энергию подавать, да? Здесь в целом тоже нифига не работает. Ну ладно. Ладно, надо пробовать еще открывать вот этот. Да что ж такое? А как? А как? Похоже, что туда. Дверь заперта, там заперта, и здесь заперта. Погоди. А... Нет, здесь нельзя, да, пройти. Я, похоже, в предыдущих локациях пропустил какую-то хрень. Какую-то хрень я пропустил. Ай, ну нам вот сюда надо, да? Правильно понял? Правильно понял. Сейчас будем перекодировать все это. Давай, опа, мыша, 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 помогай. Оно. Оно и... да, перевернуто. Возможно, немножко игра душнит, конечно, но в целом мне нравится. Итак, архивы. Кому? У Портер, шеф, в скобочках. Тема терминала Севастополя. Шеф, есть новости хорошие и плохие. Хорошая новость. Я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Аполло, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что... Тот, кто эту систему установил, сэкономил на аппаратуре. И у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаке. Он наш внешний специалист по архивированию. Вроде малотолковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Франк. Хорошо, спасибо, Франк. Франк, спасибо. Форпост прогресса. Что там написано? Ага, автор Джулия Джонс. Разорение в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна, построена компанией, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до 10-й части от оптимального показателя.
Космопорт пустует. Местные магазины закрылись. Спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет. А уставший суперкомпьютер Аполло поврежден частыми сбоями. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для колонии Таймс и попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. Понятно. Короче, репортер местный. Окей. Аудио никаких нет, что ли? А зачем ты тогда? Мне здесь нужна утилита? Тоже нет. В целом-то ничего нет. Хорошо. Угу. Залутаем. Фаер. Сенсор клей. Погоди-ка. Мы, значит, можем собрать, может быть, что-то. СШГ. СШГ. А что такое СШГ? Ага. СШГ. Ну ладно. Разберемся, что такое СШГ. Крафтим. Супер. А что, если не СШГ хочу, а аптечку? А аптечку мы не можем, да, скрафтить? Файер скрафтить мы не можем. Это мы сделать не можем. Можем скрафтить только СШГ и аптечку, да? СШГ до сих пор не могу понять, что это такое. Детонирует при ударе. Не наносит увечий. Оглушает всех в зоне поражения. Ослепляет тех, кто смотрел в сторону вспышки. Андроиды не восприимчивы к воздействию СШГ. Но взрыв привлечет их внимание. Можно модифицировать мини-ловушку. Срабатывать при приближении. Угу. Нифига себе. Забираем. Короче, у нас есть мины. Давай, пожалуйста, аварийную блокировочку-то мы... Сука, блядь! Иди в пизду, блядь! Мразь, блядь! Блядь, только не говори, что мне сейчас придется от него бегать, блядь! Ёбаный рот, блядь. Он съебался, да? Иди нахуй отсюда, блядь. Кисикаку, блядь, ты как никогда вовремя, блядь. Я сам сейчас чуть не какнул, блядь. Но он вроде ушел. Вроде ушел. Сейчас попробуем отсидеться, наверное, да? Иди нахуй. А он может ящики открывать, интересно? Мне же кажется, что нет. Пиздос. Евгений, спасибо большое за первое сообщение. Может? Ёбаный рот. Тихо, блядь. Батарейки. Но если почует тебя или услышит в ящике, а как он меня почует? Если я кекаю, да? Ну вот это, блядь, проблема. Тут мы сейчас будем разбивать замок. А это реальная проблема. На, нахуй. Сюда, блядь. А он может по вентиляшке бегать? А может он тебя видел, нет? Блядь. Ну-ка, может еще? Скрафтим, нет? Можем еще скрафтить? А, так. Не, можем. Ну-ка, давай. Нормально. А еще можем? Еще можем.
А почему? Это же бесконечно, да, можно делать? Сейчас все скрафтим, будет заебок. А, ну все, здесь уже закончилось. Ну окей. А аптечки? Аптечки не можем. Ну все, все остальное отлично. А, ой, здесь еще можно менять. Ну ладно. Вроде живем. Вроде живем. Сейчас. Ты говоришь, что в верхних вентиляциях не может, насколько ты знаешь, да? Но может тебя прихватить из верхнего люка вентиляции. Присматривай на потолок. Если с такого люка его слюна капает, то не советую под этим люком проходить. О-о-о! Я понял. Я понял. Бля. Блин. Ну, в остальном вроде неплохо у нас выходит все. Кстати, мы сейчас как раз сохранились. И, наверное, знаете что? Мы уже сколько? 2,5 часа, наверное. Хочется сделать небольшой перерыв. Ну, либо... Не знаю. Давайте, наверное, закончим. Давайте закончим. Silent Isolation. Прикольно. Мне прям зашло. Классная игра. Суперская.